О, Пози, что ты говоришь? Давай сбежим от хейтеров. Ну ладно, Пози, давай пробовать. Так там целых 5 компьютеров надо починить. Балди, сосед, это же не настоящий Пози. Хотите, я вам помогу пройти хейтеров? Но будет страшно. Ой, а мне срочно нужно в туалет. Контрольная у меня в классе. Балди, как всегда, трусишка. А, нет, он все равно схватил тебя, Валерий. Он опять меня. Почему он только меня хочет? Не знаю, он тебя сейчас засадит, там, и ты замерзнешь. Я понял. Валеришка, люблю праздники. Если ты тоже, ставь лайк и нажимай на красную кнопочку. Сегодня мы с тобой должны сбежать от хейтеров. Всем привет! Привет, солнышки. Мы сегодня играем только с соседом, потому что Балди у нас сбежал. Да, трусиха наш Балди. Сбежал, испугался. Сбежал на срочную контрольную. Вау, смотрите, наша первая карта. О, я прям родилась возле компьютера. Мы с вами в школе. Ага. И здесь нам необходимо, Валерий, расскажи, что надо делать. Надо здесь, активировать компьютер. Здесь все как в красной девочке. Да, только вместо кристаллов у нас 5 компьютеров. Я родилась в туалете. Мило, очень мило. Мне больше нигде нельзя, да, получается. Видели, вот там был бункер такой голубой. Это когда нас хейтер. О, сосед, привет! Привет! Иди сюда! Я нашла компьютер. Пошли! Не пробегай мимо! Сосед, куда ты? Давай, иди сюда! Заходи, смотри, вон в уголочке синенький. Давайте компьютер. Встретимся, пойдемте его починим. Да, все, смотрите, починим. У нас вот такой компьютер. Когда мы его починим, он станет зелененьким. Ребята, мы его чиним, потому что хейтер его заразил. Да, видите, внизу. Я его чинила. Тихо, хейтер, видите? Она бежит за тобой. О, в этом туре у нас девочка-хейтер. А, быстрее, Валерий, быстрее. Она тебя поймала. Смотрите, хейтер вот таким молотком может тебя остановить. Он а тебя... что она сделает потом? Ну, она остановила Леру, ударила, но почему-то ее не забрала. Она может ее прицепить на веревочку и посадить в холодильник и заморозить. О, вон он, видите, холодильник справа. Но девочка, вот наша подписчица, тоже с нами играет, она Валерии спасла. Идем компьютер, мама. Да, и вы вместе чините компьютер. Внизу, видите, полоска давайте белая. Давайте потом еще встретимся. Хорошо, мы вас найдем. Сосед, давай вот это, стучи руками, что стоишь? Что стоишь, гуляешь? О, тихо, она идет. Слышите, вот этот красный. Я надеюсь, мы успеем. Не знаю, надо скорее, ребята, быстрее чинить компьютер. Да, все, он зелененький. Скорее, сосед, бежим на следующий компьютер. Бежим. Так, вот этот значок, видите, красненький с крестиком. Это означает, что там кто-то тоже чинит компьютер. Мы идем к вам. Вы где, Валерий? Мы уже прибежали в спортзал. А, все, я иду к тебе в спортзал. А, вот смотрите, здесь тренажерные залы есть и кольца баскетбольные. И слендер. Слендера нет, слава богу. Так, давай сюда вниз. Есть, я его увидела. Его все, ползем. Тут еще можно ползать. Это самая главная фишка, ребят. Если вы можете ползать, это хейтер не умеет делать. Так, следующая хейтер комната. Хейтер не умеет ползать, он тебя не может поймать. Мы в какой-то игровой, что ли. О, компьютер. Девчонки, давайте. Все втроем, быстро. По углам. Мы втроем и быстрее его активируем. Смотрите, как быстро получается. Ага. Вверху, видите, у нас давайте осталось... Давайте будем вместе бегать все. Давайте, у нас осталось 2 компьютера. Еще у нас есть время, 12 минут еще. Мы прям вообще отлично идем. Смотри, вот это красное, это дверь, в которую нам надо будет сбегать. Угу. Так, давай сюда. Мы в каком-то, получается, не знаю, это раздевалка. Ребята, компьютер! Ура, быстрей! Ура! Ну мы хорошо справляемся, 2 компьютера осталось. Сосед, только ты где-то там ходишь. Ты там хоть помоги нам какой-нибудь компьютерчик найди. Я ищу последний, я заблудился. Так и знала, что сосед заблудится и ничего не поможет нам. Давай, Балдис это сбежал, струсил. Сосед где-то, наверное, сидит в комнате и спрятался. Я в туалете. Он... Ну где ж сосед, конечно, еще может быть? Так, ребят, последний компьютер, девчонки, давайте. Мы молодцы. Одна надежда на нас. Есть! Я пришел на помощь. Ну ты, конечно, молодец, сосед, но уже поздно. Мы все компьютеры уже активировали, зато ты пришел вовремя. Я вам выход покажу. Да, спасибо. Из туалета он вернулся и выход нам покажет. Давайте сюда. Не туда, мама, иди за мной. Давай, где дверь эта желтая, видите, значок? Вон. Вот она. Вон. Быстро, активируем. Так, все, отлично. Теперь все нажимаем на кнопку Е, и она должна быстрее. Видите, внизу полосочка белая. Бежим! Давай, сосед, нажимай. Скорее бежим отсюда. Так, ну что, осталось немножечко. Чуть. Ну, есть. Отсюда. Ничего себе, ребята. Я стрял в стенку. Да, мы сбежали с первого уровня. Это так круто.
Мы молодцы. Да, вот смотрите, нам тут пишут баллы. Вторая карта. Мы в офисе. Мы с вами в офисе. О, и... мне опять повезло, я возле компьютера родилась. Слушай, это очень круто, когда рождаешься возле компьютера. Чини. Напоминаю, у нас 5 компьютеров. И всего у нас там, по-моему, 15 минут. Вот он, синий этот холодильник. Как бы я не хотела боюсь. В него попасть, да. Хейтер, когда нас ловит, садит в эти синие. Бежи! Что случилось, Валерий? Нет, он меня... Дайте уйти. Валерий. Я прыгаю отсюда, пока. Прыгивай, Валерий, как лягушка. Валерий, что делать? Нет, оставь меня. Все, он ее прицепил и сейчас пытается отнести в холодильник, чтобы она замерзла. Frozen, там прям так и будет писаться. Вот, Валерий, тебя посадили в холодильник. Нет. Но мы можем ее спасти, пока она не замерзла. На карте, вот видите, синий значок появился. А он меня охраняет. Ну, я даже подойти не могу, хейтер возле Валерии. А это у тебя энергия внизу? Да. Видите, белая полоска. Если... Мальчик, спаси, Валерий. Нет, он все равно схватил тебя, Валерий. Он опять меня. Почему он только меня хочет? Не знаю, он тебя сейчас засадит там, и ты замерзнешь. А, я поняла, потому что он хочет, чтобы все уже... Все замерзли? Все замерзли, поэтому он охраняет всех. Быстрее, Валерий, убегай! Все, я отсюда лезу! Беги, скорее! Отстаньте! Ура, ты сбежала! Слышите, это вот... Смотрите, какая быстрее, Валерий, скорее! Я не знаю, он бежит за мной! А, нет, он меня схватил, Валерий! Все, тебя помогите. Заморозили! Помогите, да, он меня посадил в эту штуку! Ой, соседа! Сосед, ну ты, конечно, красот! Слушайте, ну этот вообще хейтер очень сильный. Видели у него какая вот эта булава или как этот молоток? Я выбрался. Меня молодец. Спасите. Все, я замерзла. Вы меня не спасете. Ребята, я выбыла из игры. Спаси все. Мальчика. Фу, хотя бы мальчик выживет. А сосед, теперь хватит ползать уже. Попробуйте сбежать. Смотрите, вниз, вон, видите, еще синий значок. 4 компьютера. Текайте. Текайте, мальчик. Беги, Валерий, скорее! Мальчик, текай, что ты здесь стоишь? Опускайся, быстрее! Текай! Он за стеной! Быстрее, убегайте! Со всех ног несусь! Давай! Слушайте, вам еще 4 компьютера! Это, походу, очень будет сложно. Смотри, соседа тоже поймали! Сосед, тебя опять поймали! Спасай соседа! Я бегу, мальчик, давай, поймайся уже! Соседа, освободи! Валерий! Я замерз! Нет, мальчик тоже замерз, поэтому он не выходит. Видишь, он синенький уже, он замерз. Так что ребята, теперь... кто вообще не замерз? Скажите мне, пожалуйста. По-моему, ты одна осталась. Валерий, ты последняя. Быстрее, Валерий, 4 компьютера. И Валерий одна, это невозможно. Нет. Он тебя схватил, давай попробуем выбежать. А он такой, колба закрыта. Куда посадить некуда. А он такой, вот блин, колба закрыта. Может быть, ты получится сбежать. Валерий, попрыгай. Он такой, вот блин. Вон сосед замерзший. Закрыта. Видели? Вот он такой, вот блин. Это я там такой. Колба закрыта. Он такой, даже не знает, куда меня уже притащить. Уже всех посадил. Он тебя в стену? Да, он меня в стенку решил посадить. Беги. Я уползаю. Все, пока. А как он ее схватил через стену? Видели? Вообще непонятно. Он что, тоже через стену может хватать? Мне кажется, у него какая-то прокачанная булава, ребят. И Валерий замерзла. Все, прощайте. Прощайте. Ну что, отыграемся? 3-й раунд, ребят, надо офис, отыграться. Офис, но старый. Мы в каком-то офисе. А может быть, это какая-то лаборатория. Ой. О, мальчик уже сам компьютер. Давай, мама, мы сейчас с ним починим. Чини. Да, человек-компьютер. Классно, у него голова. Слушайте, а что это у меня не идет полоса белая внизу? Что случилось? Стоп. Не поняла. Смотри, я нажимаю, но нет полосы белой. Что-то с компьютером случилось. Это мальчик компьютер поломал компьютер. Ребята, что происходит? Вот видите, белая... Да, он должен стать зеленым. Я починила. А кто же у нас хейтер? Сосед! Ты что, стал хейтером? Валерий. Текай! Беги скорее! Сосед, оказывается, хейтер. Сосед, мама! Текаем быстро отсюда. Так это ты натворил что-то с компьютером? Ага. Так, вот смотрите, белая полоса проходит, и компьютер должен стать зеленым. Тогда мы его починим. Зеленый. Вот, видите, как должно быть? А с тем компьютером что-то случилось странное. Валерий, тебе удается? Нет, не удается, у него все равно красный экран.
Очень странно, походу эту карту невозможно пройти. Сосед что-то натворил. Я бегу к вам. Быстрее, текай, Валерий. Фигушки, тебя с кунжутом, никуда ты не побежишь. Нет, видишь, невозможно, у нас остался один компьютер. И это который сломан. Это этот компьютер. Ребята, здесь невозможно сбежать. Здесь невозможно все компьютеры найти. Может, кто-то знает, что это такое. Мы такой первый раз видим. Поэтому нас выбросило из игры, что-то с этим уровнем было не так. Я всех очень люблю. И не забывайте, солнышки, вы у нас самые лучшие. Всем пока-пока!